Сегодня представители фонда «Социальная поддержка» поздравили инвалидов по зрению местной организации «Коптево» со знаменательной датой – 95-й годовщиной образования Всероссийского общества слепых и вручили нам продовольственные наборы. Мы искренне благодарим как представителей фонда, так и других участников этого мероприятия. Внимание к инвалидам по зрению – это благородная миссия, которая дает им надежду на то, что они не забыты и нужны обществу. А мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с фондом «Социальная поддержка». Мы бы не смогли. Столько времени прийти, приехать, привезти в такое время еще, бросить все свои дела и ко мне пришли. Причем, я думаю, что кроме вас четверых еще там кто-то, наверное, принимал, да, участие, конечно, какое-то. Да. Значит, во-первых, я вам всем говорю огромное-огромное вам спасибо. Вы мне привезли не только вот эту, значит, продукты и цветы, вы мне привезли большое чувство радости, прежде всего, хорошего настроения. Наша цель – это чтобы пропасть, которая на сегодняшний день существует между обычными людьми и инвалидами, она уменьшалась. Но чтобы она уменьшалась, нужен коннект, нужно общение. И данное мероприятие, оно является площадкой для этого общения. Мы благодарим в первую очередь, конечно же, наших партнеров организации и просто всех тех, кто отозвался на наш призыв и был каким-то образом сопричастен в проведении данного мероприятия. Огромное вам спасибо.